Всем доброго времени суток, уважаемые зрители и подписчики моего канала. С вами снова Демастер, и мы снова играем в эту удивительную игру, которую я называю симулятором вируса, потому что, в принципе, это так и есть. Хотя я бы не сказал то, что здесь вирус. Сейчас мы будем играть не за вирус, а за грибок. Как обычно, на среднем уровне мы не берем ни сложные, ни крайне сложные. Может, под конец, когда я уже пройду все цепи, кто-нибудь просит меня пройти на крайнем сложном, тогда я пройду. Ну что ж, продолжим. И в этот раз, как обычно, мы называем PAX 12. Это у нас теперь спора. Или грибок. Мы будем развиваться в Казахстане. Вот у нас здесь, может, меня подписчик попросил, я просто раз случайно на Украину кликнул. Но в этот раз с Казахстана начнем. Население 16 миллионов. Вполне достаточно. Плюс рядом Китай, рядом Индия. Нам подходит. В отличие от всех остальных болезней, кстати, тут будет несколько... Пока что они все однотипные. Дальше пойдут уже с другими, с другой передачей, с другими симптомами. Просто пока они идут все однотипные. Дальше будет все намного интереснее. Как мне сказали, мы хорошие друзья и подписчики спора. В отличие от всех остальных, у нее есть способность взрыв спор. Например, если сейчас я прокачаю одну очку в ДНК, стоит. Смотрите, что произойдет. А я, кстати, вот эту штуку сразу же прокачаю. Я откуда-то страна заразится, какая-нибудь любая рандомная страна сейчас должна заразиться. Вот бах, она заразилась. И так работает взрыв спор. Мы просто заражаем рандомную страну. Таким образом. Вот, мы будем активно развивать эти дополнительные умения, чтобы захватить все страны. То есть, вот, выбора спор и так далее. Но при этом нужно будет прокачать на единичку устойчивость к теплу, устойчивость к лекарствам и передачу... Воздух, вода на двоечке хотя бы. Это по стандарту все. Просто холодно прокачал, потому что рядом много холодных стран. Типа России там и так далее. Кстати, скорость у нас неподходящая. Вот теперь вполне достаточно. Все, у нас во всем мире 16 больных. Сейчас будет намного больше. Мы это исправим. Оп. О! Сразу же. Еще какая-то страна заразилась, это хорошо. Развить, сейчас еще пару стран заразится. О! Хорошо, выбрасываем споры в атмосферу, и страны заражаются. То, что нужно для нас с вами. Так, ну и передача будет, наверное, все-таки по воздуху сперва, а потом по воде. Потому что это спора по воздуху, как бы, логично, мне кажется. Не знаю, если вам для вас кажется нелогичным, то... Ну, споры, они с частичками пыли как раз таки передвигаются, так что это будет нормально. Заразило сотни людей. Видите, здесь за спору намного проще играть, она очень быстро заражает очень большое количество людей. Сейчас еще прокачаем выбор спора за пятерочку, потому что это выгодно. Заразим еще пару стран, чтобы быстрее заражать людей, чтобы быстрее получить очки болезни. Сейчас мы прокачаем передачу по воде. Всего лишь 9 очков. Кто же нам даст 9 очков? О, новая страна. Развить. Видите, как спора быстро заражает страну. Да еще не быстро, потом она будет просто моментально так... Фух, и все. Все, Казахстан весь мой. Еще и рядом Центральная Азия моя. Вообще хорошо. Краснело так моментально. Спора очень заразная хрень. Ну и все, видите, мы немножко здесь тормознули. Теперь нужно ждать. Теперь нужно будет развивать взрыв спор. Что ж. Новая легкая болезнь все распространяется. Врачи в стране Казахстана нашли новую болезнь, называющуюся ПАКС-12. Она кажется безобидной, но ее необходимо изучать дальше. Другие страны также сообщили об этой болезни. А, собаки, они уже нашли меня. Это мы что, это мы в Китай попали? Ой, как нехорошо для Китая-то. И сюда попали, и сюда. Так, ну-ка, взрыв спор мне, пожалуйста. Заказываю. О-о-о. Как пошло дело-то. Сейчас надо к теплу и к лекарствам. Передача пока по воде первого уровня нужно оставить. А то, видите, мы из-за этого и не можем распространиться, потому что... По сути, ну тут куча бедных стран, кстати, рядом, поэтому можно не париться. Для тепла нужно 17 очков ДНК, поэтому лучше пока это не париться и сразу его прокачать.
потихонечку мы идем и захватываем все страны. Вот. Это очень заразная болезнь на самом деле. Спорная. О, видите, бах, просто за секунду даже не успел обратить внимание, как ее уже полностью все заразило. Сейчас нам нужно 17 очков. Спор очень быстро заражает людей, так как по ветру передается. Да, все, начали разработку лекарств, да? Балканы только начали разработку. Ну, они бомжи, так что ничего страшного. Без обид для тех, кто живет в Балканах просто. В этой игре, я имею в виду, они не пользуются довольно-таки успехом. Как же мы хорошо начинаем заражать мир. Скоро он будет наш. Сейчас мы сделаем... Сколько еще стран осталось? Много? Нужно посмотреть, сколько стран осталось. О, еще дофига стран, это хорошо. Все-таки я прокачаю таблетки, а потом передача по воде 15 очков всего стоит, так что это можно не париться. Сейчас уже будет. 12, 14, 16. По воде второго уровня. Все, этого пока оставляем. Теперь нужно умение докачивать взрыв, споры и так далее до конца. И вот эту штучку полностью прокачать. Эту прокачать и прокачать самую мощную штучку. Давайте попробуем. Как хорошо прошло распространение. О-о-о-о-о! Ну что, я теперь прокачиваю? Оп! Оп. Сейчас как сразу же дофига захватится. О-о-о-о. Я даже не успеваю. Оп. Ох, чуть не успел. О, это было напряженно. Так, сюда. Теперь это все надо прокачать. Меня интересует... Так, о, уже начали хорошо развивать лекарства, но... Что у нас там в мире? Много ли еще стран осталось незараженными? О, достаточно. Ха. Можно спокойно, не парясь, прокачивать это. А потом уже будем откатывать. Это уже, раз это не вирус, видимо, здесь это выгодно. Ну, вот видите, кашель появился. А, в мире уже очень быстро все заражается. Распор. О, хорошо. О, замечательно. Давайте дальше качнем. Особо у меня потихоньку, так, 15-ку. Нам-то что, нам пофиг. Нам главное, чтобы все быстрее зарядилось. Сейчас это прокачаем, потом это и потом это. Осталось последние три штучки. Это идет около 50 очков. Сейчас 17 и потом 22. Я уверен, так и будет. 12. 1%, не всего 1%, я уже почти весь мир захватил. Лол. Не... О, без 100 очков они там еще мутируют, всякие сыпи всякие. Что там, они мигнут. О, хорошо сыпи, теперь можно будет по тени и потом вообще убить всех нахрен. Так, 18 очков ДНК. О, да, давай, 18 очков мне. Хорошо. Пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум. Смотрите, следите, сверху Гренландия, то есть заражается быстро. Оп! Как она только что была белая. Можете отходить видео назад и посмотреть. Что это за звуки, что это за бегание было? Неважно. Россия лидирует в разработке лекарства. Лол. Ребята, видите, да, русские все-таки знают, что надо лечиться. Молодцы русские. Все, нет ни зараженных стран, можно не париться, сейчас только споры заразят все по-быстренькому. Пока что убивать людей мы не будем. Видите, как споры быстро распространяются, это вообще жесть просто. Это споры. Ну и в отличие от других болезней, у споров есть один большой плюс. Сейчас я его вам постараюсь показать.
Здоровых людей еще 180 миллионов. Ну охренеть, теперь не встать. Миллионов, только чувствую, что они опять где-то засели. А вот здесь. Что здесь нужно? А, не, все, больные нормально идут. А, и тут еще очень мало больных. А что тут? А, бабки. Так я же прокачал. Ну, не знаю, мне кажется, сейчас должно там быстро все это развиться. Что-то прямо мало в США больных. Плохо. Может, вот этих вот стандартных нет. Вот так вот сделаем. Летальности это не добавит, но добавит передачи и тяжести. Понятно. Да и цветы стандартные, которые мы и так, в принципе, с вами хорошо знаем. Мы не заразили еще весь мир, это очень плохо. Осталось 33 миллиона людей. А пока мы не заразим весь мир, нельзя убивать людей. И это опять напряженный момент в этой игре. Потому что не знаешь, успеешь ли ты заразить весь мир. Потому что я-то в этот раз не прокачал ничего, что замедляет наше развитие болезни. Видите, вот тут нужно 25 тысяч очков, 25 тысяч, 25 очков ДНК и так далее. А, это Канада, фу, туда, в Канаде же у нас там все хорошо. А если сейчас начну резко убивать людей, успеют ли все люди заразиться? Вот в чем вопрос. 35%, ладно, с 45 начинаю убивать людей. Нет, тут спора же, здесь так просто все не сделаешь. Чем быстро они... Тошнота, хорошо. Один миллион людей здоровых, это все в Канаде, да? А все, в Канаде нет здоровых людей, вот это где? Последний здоровый человек, все, отлично, а теперь мы делаем переворот. Откатить. Откатываем просто все это дерьмо. Каждый раз за 4 очка ДНК. Откат, 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 откат. Благодаря откату получаем кучу очков ДНК. Реально кучу. Меньше, конечно, чем мы затратили, но это понадобилось все для нашего идеального плана. Это нам уже не нужно. Все люди и так заражены. Мы можем не париться. Эта способность нам не нужна. Какие эти способности нам больше уже не нужны. И эти... И эти. И в передаче нам уже ничего не нужно. Все это можно откатывать спокойно. Это же спора, она уже заразила. Все болеют. Передавать больше некому. Люди не родятся. Ну, а те, кто родятся, уже с болезнью. Теперь мы делаем просто так вот. Оп. Наверное, лучше отказ органов прокачать. Он больше летальности даст, да. Ну и потом копим 30 очков ДНК. И все, сейчас люди начнут коситься, как бешеные. Не, пока они не так быстро будут умирать. Вот сейчас начнут умирать очень быстро. Все, видите, полетела цифра 65. Все, сейчас у нас будет спамить постоянно там 120 минут. Видите, 75, 120. И сейчас будет кто быстрее, лекарства 50% или люди умрут. Скорее всего, люди быстрее умрут. Тем более, сейчас я прокачаю еще одну штучку за 30-ку. О, отлично. Потом можно будет прокачать вот эти вот штучки. Здесь тоже летальность довольно-таки неплохая. Очков требует не так много. Видите, из-за болезни уже начинают меньше разрабатываться все эти технологии, ну, то есть лекарства, так как люди умирают намного быстрее, чем делается болезнь. Все, уже половина населения, видите, как население косится просто, по сотни миллионов в день. Можно даже, если вы, вам интересно, посмотреть статистику, что когда-то все прокачаю еще дополнительно. Обзор. Заражение в среднем в день 0, смертей в день 189 миллионов. Вот, пожалуйста. Да, люди умрут быстрее. Так, я надеюсь, все заражены, да. То я на всякий случай всегда проверяю, а то вдруг не заражены. Можно проиграть таким образом, если там пара живых останется, всех просто перекосит. А этих не добьет в итоге. Да, такое бывает. В
Все это, опять же, победа с нашей стороны, ребята. Но вот это было очень близко, 60% все-таки, это уже большая цифра. Еще 40%, конечно, осталось, но все равно. Сейчас мне, как обычно, напишут, что люди доживают остаток своей истории. А вот, то же самое. Последний старший всю жизнь не имеет ни малейшего шанса уцелеть. Ноль. Победа. Опять мне дают всего 3-3 бальку. За 882 дня, да, и правда, что долго я его захватывал. Ну что ж, ребят, на этом все. С вами был Демастер. Подписывайтесь, ставьте лайки, обязательно комментируйте под видео. Помните, ребята, что чем больше вы лайков ставите, тем я понимаю, что вы хотите продолжение этого цикла, вы хотите посмотреть еще больше этого, про эту игрушку видео, естественно, поэтому ставим свои оценочки под видео. И я ее снимаю дальше намного чаще, чем все остальные симуляторы, которые у меня еще есть. Парочка я вот нашел еще интересненьких, думаю, вам понравится. Ну, а на этом все. Всем удачи, всем пока.